Всех приветствует компьютерная академия и наш партнер сайт remonka.pro. Сегодня хороший вопрос, связанный очень хорошо с предыдущими нашими видео, как установить 2.4 H2 на свой компьютер. У нас сегодня хороший вопрос. Сброс компонентов центра обновления Windows в PowerShell. Ошибки при установке обновления Windows 11 и Windows 10 – одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются наши зрители. А наиболее чаще всего применяемое решение – это сброс компонентов центра обновления, удаление временных файлов, сброс параметров сети и перерегистрация DLL. Все это можно сделать вручную или автоматически, в том числе в PowerShell. Именно этот способ мы сегодня и изучим. Итак, поехали. Итак, первый вопрос. Использование модуля PS Window Update для сброса центра обновления. Для PowerShell имеется специальный секретный модуль для управления обновлениями. PS Windows Update, с помощью которого можно устанавливать обновления и выполнять множество других задач. Например, отключить скачивание и установку ненужных обновлений. С его же помощью возможно исправить большинство ошибок центра обновлений, но сначала потребуется установить соответствующий модуль. Итак, первое, что мы должны сделать, запускаем Windows PowerShell или терминал Windows от имени администратора. Это можно сделать, нажав правой кнопкой мыши по кнопке пуска, выбрать соответствующий пункт контекстного меню. Не надо там делать умный вид и клацать где-то на клавишах. Следующее, вводим команду install модули, name и так далее. Вот это все у нас есть в описании под нашим видео, скопируем. И после подтверждаем установку, нажав Y и Enter. Много чего написанного, да, смотрим. Далее идем, третий пункт. Измените политику выполнения скриптов PowerShell для возможности запуска удаленно подписанных сценариев, используя одну из следующих команд. Первая изменит политику навсегда, вторая только для текущей версии. Их можно скопировать в описании под нашим видео. Четвертый пункт. Вводим вот эту команду, она у нас есть в описании, можно скопировать, для импорта модуля в текущую сессию. Ну, в принципе, готово. Теперь вы можете использовать все команды PS Windows Update в PowerShell для последующего использования все команды, приведенные выше, уже не потребуется. Модуль установлен, и его функции доступны всегда. А вот для получения полного списка команд можно использовать вот эту вот команду get command и так далее. В контексте сброса компонентов центра обновлений нас интересует лишь вот эта команда reset. V, U, C, Commands и так далее. Вот именно она. Итак, достаточно использовать эту команду, и по порядку автоматически будут выполнены следующие задачи. Первое. Отключение служб, используемых центром обновления Windows, BITS и так далее. Вот эти все вот. Следующее. Второе. Удаление файлов состояния службы BITS. Тоже хорошо. Резервное копирование папки Software Distribution с загруженными файлами обновления. Правильно. Резервное копирование папки CAD Root для создания базы данных каталогов. Следующее. Удаление старых журналов центра обновления. Следующее. Шестой пункт. Сброс службы центра обновления. Седьмое. Перерегистрация библиотек DLL, используя службу центра обновления. Далее. Сброс Win, SOX и Proxy. И последний пункт. Девятый. Это перезапуск служб центра обновления. Итак, в результате, если проблемы обновления не вызваны более серьезными повреждениями системы или недоступностью интернета и серверов Microsoft, с большой вероятностью они будут решены. Причем быстрее, чем все это вы делали, если бы делали все это дело вручную. Важный вопрос. Итак, есть и другие, конечно, похожие инструменты. Например, отдельная утилита Reset Windows Update Tool. У нас есть отдельное видео на нашем канале. Есть и другие утилиты, которые заслуживают внимания, поскольку описываемая задача лишь одна из возможностей в части работы с обновлениями Windows. Так что смотрим наше предыдущее видео, когда вам предлагал я установить различными способами обновить свою систему до версии 2.4H2. Так что все у нас в один клубочек, все это дело закручено.
Так что удачи вам в обновлении вашей старой винды до самой новой 24 H2 или более интересных вариантов. Удачи вам в кастомизации и в правильной винде. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт remotka.pro. Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.